привет, друзья! Суббота очередная. Сегодня новые места будут, я надеюсь, интересные. Ну и машины. Долгожданный H63. Ребята в прошлом году его построили, чуть-чуть покатались, но полная реконструкция. С погодой просто эта неделя как под заказ у нас. Шел дождь почти всю неделю, там с небольшими интервалами. Сегодня погода шикарная. Я думаю, оффроуд будет не хуже. Должен быть унимог. ГАЗ-63. Не знаю, Wrangler будет или нет. Мы на Гранд Чероки. В общем, сейчас все увидите, блин, как красиво. Перестает этот вид радовать. Мазерати догнала нас, обогнала. Ее сложно догнать будет. Сейчас попробуем. Состоянием ходовой и шинами это лучше не делать. Не дают ей убежать от нас. Там какой-то Ланос, наверное, впереди едет в третьем ряду. Сюда примерно километров 60, да, место оффроуда самого. Какой-то нам посигналил, помахал. Узнал, наверное, машинку. Так, друзья, долетели. Видите, тут даже на территории такие оффроуд. То есть вы понимаете, какой он сегодня будет. Миша заканчивает машину. Сейчас посмотрим, что там. А вот, вот Кадиллак самого дорогого слесаря. С гнутыми номерами. Да. Красавец, красавец. А вот Альфа еще и еще. Это тоже двух серьезных людей. Сейчас смотрим. Сейчас мы уже на месте. Тут серьезное преобразование прошли за последние сутки, да? Миша, так ты не окно рисовал, ты обманул меня, да? Я вот эту часть просто узнал, вот эта выемка. Окно было? Отказали заказчик. А, отказали, так переделал из окна, да? А, вместо окна пошло. Отказались. Сказали, не металлопластик. Димон, ну это неожиданный ход. Нет, неожиданный. А, ты хочешь, чтобы как в Кадиллаке все было, да? Да. Не, ну это разбаловали вы его, конечно, это... Ну, вообще, вот и мотор, кто спрашивал, какой мотор. Четырехцилиндровый, да? Три, вон, иди смотри, раз, два, три. Три, а, четвертый поршень снизу ж там, снизу, да? Снизу, да. Запасной. В нем, это, такая железяка торчит с ручкой. Угу. Блин, хоть бы не упасть тут, если упадешь с этого колеса. Вот это подход серьезный вообще. Слышишь, так это и в зеленой мечте такое можно поклеить? Это чтобы это не дуло, да? Или... Да. Ну, в мечте не очень, а в этой в Запорожце. В Запорожце более актуально было бы. Что это? Колесо откручено было. Об этом кадре я в прошлый раз еще мечтал. Блин, Михалыч уже приноровился заскакивать. Да, машинка серьезная. Блин, не страшно смотреть, как с балкона вроде где-то. Камера не передает немножко, но... Колеса, да, кразовские, V3.
гидрорулевое, кстати. Насос-дозатор стоит и кабина узкая. Слышите, это рассчитано как на два пассажира. Ну не, ну можно поместиться, но так очень плотненько. Так, что у нас тут? Педаль сцепления с автомат коробки. Передача четко. Коробка Mercedes. Сидишь, давай поправимся душечку. Давай, какую, куда? Вот тут есть вот такие штучки, ну. В них надо попасть. На... Вот это неожиданный поворот. В бардачке гидравлика. Да, класс. Да, эти рычаги. Это главный, а там рабочий, да, получается? Да, как вылезти теперь? Так, зеркало. Зеркало есть. Сейчас. Немножко. Тут растяжка должна еще быть. Вес явно меньше, я думаю, все-таки. Ну, все крепкое, большое. Шишиговские мосты. Померять надо сейчас, клиренс померяем, кстати. Интересно. Сантиметров 15, говорит. 43. 43, да? Как у меня тоже есть машина с таким же клиренсом, похоже. Блин, ну она явно меньше, слышишь? А что так непонятно? Там конструктор просто более серьезный был, да? Изобретатель. Нет. На бежевом купе. Бежевое спорткупе. Спорткупе. Пилот внутри. Так, сейчас стадии запуска уже аппарат. Толкай! Там крышка еще. Давай толкнем. Давай, подъезжайте, Михаил. Давай, Басаш. Давай сейчас подкурим. Пальцы 19-22. Да, пальцем, говорит, закрыл. Вот брехун. Хрен открутишь. Так, пилот на месте, сейчас будет экшен. Ого, нормально пальцами затянул, да? Еще и гайка сама контрящаяся, да? Думаю, у нас же есть гвоздь нормальный. Попытка. Класс, есть. Все нормально, работает аппарат. Сейчас поедем на оффроуд. Стоит на улице, газует. А как он рукой туда достал? Блин, доски. Устрашающе выглядит это. Ну вот теперь смотрите на фоне Кадиллака и Кэмри. И даже вон 80-ка рядом.
как ЛАНОС. Что там, Миша? Что, он уезжает уже? Так что, я еду или что? Есть категория? Да, есть. Такой нету категории, что ты обманываешь. Да есть все у меня почти. Да не, ну нормальный аппарат. Так, там какой-то новый пилот. Жесткий. Зла, выбирай. Сейчас. Слесарь на Кадиллаке поехал. Начинается движение. Это еще не все. Это жестко. Куда без меня? Вот это нормальное зрелище. Дымок такой красивый. Так датчик там на повороте, там мы поставим сразу. Инструмент я брал. Ну, гидравлика. Надо аккуратно. Миша пытается переехать Opel, да? Лебедка раскрутилась. Что не включили, что не раскрутили. Может, где-то потрясло и села трос. Нет. Нет? Пока тут не слетит более-менее ровно. Смотрю, чтоб там летчики. Снимать надо, как люди реагируют вокруг, конечно, больше. С газели, да. От контроля говорит. Димон! Да, болтает немножко его. Рыскает так же тоже на гидравлике. Сзади все едут, не обгоняют, смотри.
так буду эту полосу держать, что тут не это. Видишь, его болты. Ну я просто знаю, я же на УАЗе езжу, то у меня точно так же оно получается. Временами. Надо очень осторожно. Лебедочка. Посмотрят, гидравлика поднялась. У тебя реакция. Так, ну, все починили, все полетели. Так он как на фоксах, блин, идет. Я ж не говорю, я вижу, что они сидят и не подпрыгивают. Тогда, чтобы так проехать, надо было подпрыгнуть с машины. Позвольте.
блин, жестко идет. Красавчик. Пожар был, да? Слышишь, обгоревшие эти деревья. Трава зеленая такая выросла. Аккуратно, прямо сюда вышла под яму. Вот проезд. Где супервнедорожник? Поехали. Вон он сзади, я вижу его в зеркало. Поехали. Тут маневрируют уверенно. Так, вот мы и приехали, друзья. Связь есть. Рядом с Унимогом. Вот этот исторический момент. Фух, блин, дальняя дорога. Фары вышли. Привет. Короче, нет у меня блокировка. Капот выше чуть-чуть. А где же вы были? Привет. Привет. Привет, Руслан. Привет, Андрюшка. Капот выше чуть-чуть, да? А колеса чуть меньше. Ну вы нашли там место уже нормальное? Для чего? Для оффроуда. А, колеса шире, видишь, ниже, но шире. Привет, Ромыч. Ну, сначала не становилось так. Ну, типа по месту нельзя было третий болт. Колешка его включил, вроде закрутил. Вроде все собрали, поставили. Эти самые зажали. Клацали блокировка, но она не клацает. Но это уже 30 вечера в болте. Я уже давно не загоралась никогда. Это лампочка. Вот, доехал туда, куда мы на полном